Друзья, значит, мы зашли в пиццерию. Вот нас посадили здесь. В общем, сейчас принесли меню. Сейчас смотрим. Ну, здесь и пицца есть, и гарниры, и мясо, и паста, супы. Все есть. Так что сейчас посмотрим. Салаты. В общем, сейчас поизучаем. Такой вид у нас из окна. Так, картофель по-деревенски 3. Спагетти болоньезе 2. Теплый салат из телятины с сыром фета 1. Потом овощи на гриле 1 штука. А суп куриный 1. Какой нам объем? 300, да? Да. 350. Не, не, это много. Так, да. И 2 латте. 2 латте, да. Все, господа. Как все? У вас 3 порции картофеля по-деревенски, 3 порции спагетти болоньезе, 1 теплый салат, овощи рагрины, суп куриный, макита и 2 куртуала. Ну, наверное. Овощи были, да? Да. Все по готовности можно. Друзья. Друзья, принесли, значит, мне теплый салат такой, это из телятины и с сыром. А Сереже принесли, покажи. Супчик. Куриный супчик. Куриный супчик принесли. Ну и кофе, латте. Вот так вот. А да, не мохито. Так, ну что, друзья, сейчас будем пробовать супчик куриный. Такая большая миска. Пробую. Ничего, нормально. Перепелиные яйца, скажи, у меня тут. Женя, кто там перепелиные яйца? Друзья, у меня тут перепелиные яйца, короче, сыр. Пусть кушать уже. Фета. Да, телятина, очень вкусно. Ой, у меня тоже яйца. Гляньте, ребята. Вы видите? Перепелиное яйцо попалось мне. Впрочем, макароны здесь. Типа спагетти и лапша. Слушай. Очень вкусно. Вот эта телятина прям нежнейшая. Да? Она такая теплая. Соус. Вкус, короче, офигенный, друзья. У меня куриная грудка тоже вкусная. Так, нормально. Кушать можно. Картофель по-деревенски. Спасибо. Две порции спагетти болоньезе. Ага. Приятного аппетита. Спасибо. Вот, друзья, нам все привезли, принесли. А, остались только мои овощи. Да, показать? Так, не можешь показать? Покушаем. Хотим сходить еще туда вот, к морю. Там прогуляться. Посмотрим, что там изменилось, что не изменилось. Посмотрим, какое море. Сейчас, когда он более точит, то море штормило. Довольно-таки сильно штормило. Сейчас сфоткай меня вот так все, ну, когда все стоит еще. Как же у тебя поляна? Сейчас сделаю фотки для Жени.
у нее такая поляна здесь образовалась. Не слабая. Помидоры. Я не вижу, они вот тут сбоку. Может, мне их кинуть? Принесли на последнее блюдо. Называется это овощи на гриле. Это, видите, какие грибочки, шампиньончики, помидорчики, кабачок, баклажан, перец и два помидорчика. Ну, вернее, один помидорчик, черри. Вот, а мы продолжаем трапезничать. Друзья, на улице уже стемнело. Вот видите, у нас вид на кольцо обозрения, потихоньку оно крутится. На веранде, конечно, мало людей сидят, потому что, видите, ветер и холодно. А у нас тут тепло, что даже вот мы сняли с Сережей кофты, в футболках сидим. Друзья, в общем, не осилили мы вот картошку еще. Вот это вот чуть-чуть осталось. Но это в основном осталось просто уже соус. А у меня осталась пенка. У меня тоже пенка осталась. Так тоже у меня осталось. Хочу с собой забрать, не могу никак. Кетчуп остался. Вот. Ну, в общем, вот цены, если кому-то интересно. В общем, вышло это 4 830. Давай сюда, да. Ну так, вот такие цены, я думаю, вы видите, 4 830. Так, ну что, далее как стемнело уже. Включилась подсветка, вот так вот подсвечивается богатырь. Красиво, да? О, как. Классно, да?